Меня зовут Севиля, я родилась в Крыму и проживаю в Бахчисарае уже почти год, а в Крыму живу всегда. А до этого вы откуда? Я с Симферопольского района, село Краснолесье. И вы татарка? Я крымская татарка, да. Как вы относитесь к тому, что Крым стал частью России? Ну, если честно, я негативно отношусь. Потому что я считаю, что такой захват власти – это нечестно и, ну, с их стороны просто неправильно. Потому что это как залезть к соседу в огород и забрать часть его имущества, я так считаю. Ну, а во-вторых, я родилась в Крыму как бы уже после того, как Украина стала независимой, и у меня отобрали мою родину, скажем так. Ну, в принципе, вот две причины, по которым вот я негативно отношусь к этому. То есть вы как бы считаете Украину своей родиной? Да. И, соответственно, для вас это сейчас новая родина? Нет, новая родина она никогда мне не станет, потому что я считаю, что Украина моя родина, я родилась в Украине и всегда буду считать, что Украина моя родина. А что изменилось именно для вас лично, а также для татарской общины здесь, в Бахчисарае? Ну, как бы, в принципе... Так, в общем, сильно так и незаметно, но русская община более стала отличать татар как предателей русской культуры, как бы. Типа мы сейчас предатели считаемся для них. Ну, не знаю, с их стороны считают, что мы, если против России, значит мы против и них. В этом смысле только. Но крымская община, я знаю, в своем большинстве не поддерживала ни референдум. Нет. Ну, все результаты были поддельные, это каждому понятно, даже кто не ходил на референдум из русских, они все знают, что там было все уже давно напечатано. А вообще какие настроения вот в общей стране, не только в среди? Ну, уже более так, уже успокоились все, уже не так это все явно проявляется, потому что уже надо привыкать, даже если уже ни к чему другому это не придет, надо привыкать. В любом случае мы здесь живем, в любом случае Крым это наша родина, потому что в Крыму мы живем. Никуда переехать отсюда мы не можем. Ну а зарплаты поменялись или цены выросли? Какие изменения? Зарплаты выросли, но цены выросли еще больше, еще в 3 раза, чем зарплаты. Поэтому той зарплаты, которая у нас была, нам хватало. Ну а сейчас ее просто не хватает. Выходишь на рынок, и это просто шок, просто стресс. Считается, потому что это очень дорого все, ты не покупаешь то, что тебе нужно, или покупаешь не такой качественный продукт, который нужен. То есть стало хуже? Хуже намного. Скажите, а вот, может, вы знаете из своих личных источников или вот это прессе проходила информация, будет ли что-то делаться, вот, например, для памятников культуры, истории? Для памятников культуры, если честно, я не слышала. Ну, говорят, там программы какие-то будут, но это еще никто не объявлял, ничего не говорили. Но именно татарская община не прижимает, нет никаких таких... Наверное, ну, пока не прижимают, но говорят, что вот Меджлис – это незаконная организация, а Меджлис сам он не хочет официально регистрироваться в российской, потому что мы считаем себя украинскими гражданами, поэтому мы считаем, что не надо там регистрироваться. Мы и в Украине были не зарегистрированы, как бы Меджлис. Поэтому, а русская, ну, русские, ну, Россия считает, что мы... должны зарегистрироваться, а если не зарегистрируемся, значит, это нелегальная организация, ее надо закрыть. Вот если ее закроют, это, конечно, будет большой ошибкой для них, потому что татарская община сразу воспримет это очень негативно. Я знаю, что главу Меджлиса не пускают. Не пускают. И Чубарова, и Джемилева не пускают. Ну, как бы, я считаю, это вообще унизительно для нашего народа, с одной стороны, потому что... человека, который возглавляет народ, и он просто обязан быть здесь с нами. А его просто не пускают сюда, чтобы он... Ну, они говорят, чтобы он не поднял какой-то там бунт или еще что-то. Он просто поддерживает свой народ. Он никаких там сепаратистских там каких-то этих не имеет. Это все преувеличено? Все преувеличено, особенно когда смотришь российские новости, все вранье. Мы смотрим и российские, и европейские новости, и украинские. В украинских всегда говорят правду. Вот то, что здесь есть, оно так и говорится там. А то, что говорят в российских, там мы уже живем, у нас зарплаты по миллиону говорят, что мы зарплаты получаем по 30 тысяч, это все неправда. Это все большой-большой обман. Скажите, вот вы здесь работаете в кафе рядом с дворцом. Больше туристов стало, меньше? Я вам скажу, в 10 раз меньше. Здесь вот по вот этой дороге проехать невозможно было летом.
Просто вот здесь вот так, вот так, вот так люди ходили, потому что места не было пройти даже. Вот здесь вот в кафешках очереди стояли. А в этом году вообще ни выручки нету, ни зарплаты, соответственно, нету. Мы жили этим сезоном. Как говорится, в Крыму есть два времени года. Сезон и долгое ожидание его. А сейчас мы не заработаем, что мы будем делать зимой, я не знаю. Как бы, ну, работаем пока, пока есть хоть что-то, то работаем.